Всем привет! Смотрите на мою красотку, на мою фиалочку. Вот мне 3 года, можно сказать, фиалки у меня. Почему-то все мои цветы на 3-й год только дают мне о себе знать. Вот пока только вот это вот зацвела. Вот она. Ну еще там много бутонов, еще бутоны не раскрылись. Вот видите, вот снизу еще есть. Там с края, с той стороны тоже есть. Так что вот моя фиалочка меня радует. У меня очень много фиалок. Ну, не сказать, что прям вообще много. Но есть фиалки. Пока только вот это зацвела. Как начнут другие цвести, я вам сниму видео, добавлю. Вот красавица, смотрите, какая. Вот она. Да. Видите, вот. Моя девочка. Или мальчик. Неважно, но так, факт то, что фиалка зацвела.